И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и вновь на ваших экранах Mirror's Edge Catalyst. Что она делает на ваших экранах, спросите вы, а я вам отвечу. После окончания игры здесь появляются побочные задания через ромбики дающиеся, а это, как мы помним с вами, такие хорошие побочные задания с такими конкретными миссиями, не просто забеги, а вот прям полноценные задания, их тут целых два. И это, на самом деле, меня жутко прости удивило. Ну и обрадовала, конечно. Я думаю, вас тоже, потому что, ну, черт возьми, побегать лишний раз еще по сюжету, считай, хоть и по побочному, и уже после окончания игры, почему бы и нет? Я думаю, вы будете только рады посмотреть на дополнительный какой-то мой фейл или их пачку. Вы познакомились с Беатрикс Блох. Отличная фамилия. Незадолго до своего ареста, 2 года назад, у вас был короткий, но откровенный разговор. Пусть она из топ-каста, вы чувствуете, что у вас ей... есть что-то общее. Сейчас ей нужна ваша помощь, как бы ни было это удивительно при ее положении. Я уже не думала, что тебя увижу, честно. Давно не виделись, да, Фейт? Наш разговор один из немногих честных, что у меня были. Что случилось? Я облажалась. Меня посадили, а теперь я вышла. А еще ты главная тема разговоров на званых вечерах. Крюгер ненавидит таких, как ты. Крюгер мертв. Это взаимно. Скорее всего. Чем я могу помочь, Беатрикс? Ну, за это время я вышла замуж. Корпоративный союз. Его зовут Питер Брайсон. А у тебя права голоса не было? Совет директоров решил. Попытка укрепить союз Брайсон Индустрис и Каскадия Логистикс. Ну, это безумие. Это моя реальность. Все бы ничего. Долг и прочее. Но... Тебе страшно? Питер любит аргументировать кулаками. Мне ему запястье переломать? Заманчиво. Но нет. Я хочу с ним развестись и, кажется, знаю способ. Ходят слухи, что он спит с Авророй Люпен Таннер. Такой роман вполне уважительный повод. Но тебе нужны доказательства. Да. Если разместишь эти жучки в нужных местах, я соберу доказательства и совет директоров аннулирует брак. Размещу. Отправь координаты. Отправлю. Спасибо, Фейт. Я у тебя в долгу. Большом. Да не за что. Таким ублюдкам не только запястье ломать надо, но и что-нибудь другое тоже. Становите жучок в баре. Это можно. Забавно, конечно. Я не помню, чтобы это... Я, кстати, по мне туда уже пошла. Фейт, а нет, первый туда. Жучок надо поставить в его любимом ресторане. У, хорошо. Они по-прежнему мне не дают. Воу. Давно не было. Да господи, слезьте с него уже. Так, в ладно. Есть уличная терраса, на которой обычно сидит Питер. Пошел вон, слушай. Что я там говорила-то? В общем, пока меня не перебили, я говорила, что здорово, что дают еще задания. Единственное, что этих заданий же не было. А вот перед нашей финальной миссией я прям смотрела, проверяла. Да что ты не сдохнешь-то никак, господи. Прям смотрела, проверяла. Так, я тебя убью. Я тебя убью, не переживай. Может быть. Да падай ты уже, господи, спасибо. Боже мой. Не надо никуда сканировать. Я понимаю, что мне туда, но там она сканирует отпечатки. Я не хочу, чтобы она сканировала. Что? Да твою мать. Вас тут слишком много, по-моему. Так, я вот помню, что я тут не залезу. Ой, вот так вот прячешься от этих сканеров. Вы, кстати, извините, что если я немножечко поплевываю в микрофон, я стараюсь этого не делать, но я сейчас без поп-фильтра, иди в жопу. Блин, ты меня видишь? Нет, не пойму. Да хватит уже. Дай штучку взять. Где она была-то? Господи. Отлично. Так, ладно. Да что ты делаешь-то, господи? Игру уже прошли, а проблемы как были, так и остались. Так, ладно, еще одну штучку. Куда там воткнуть-то надо тебе? Эу. Так, давай. Ну давай, господи, я же нашел. С
Ставлю первый жучок. Следующее место — его потайная квартирка. Я знаю, что он всегда... Зачем я обошла? О чем речь вообще? Напомни, ты кто? Я уже сказала, я Пластик. Фейк мой друг. Так вот, Пластик. Мой муж меня бьет, ни в грош не ставит и изменяет. Я хочу с ним развестись. А че не разведешься? Вот Фейк мне и помогает. Ставит жучки. А, ясно. В спальне есть балкон. Поставь туда жучок. Хочешь слушать, как он спит? Не совсем, Пластик. Его любовница тоже будет там. Тревога! Тревога! Ах, открыть, Кума! Тревога! 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 Так, подожди, где? Спали. Что-то мне кажется, или отключилось зрение бегущего, да? Что-то оно как-то... Нет, там отключилось. Ладно. Так. Забавно, конечно, что теперь эти здания имеют немножечко сюжетные подоплеки. А вот что там за дяденька стоит? Это не он ли ее муж? Вообще, конечно, вряд ли. Наверное, слуга какой-нибудь местный. А, это вообще не та квартира. Простите. Подожди, а как так получилось? Так показывают же сюда. Почему у меня... А, это типа крыша. Только здесь же можно пойти, что-то в самом деле. Иди ты нахрен, слушай. О, эти замечательные... Слушай, ты меня как-то очень странно ведешь, я тебе скажу. Я, может, вообще куда-то не туда бегу? А, то есть... Подожди. Так я же не заберусь. Или заберусь? Нет, заберусь, нормально. А что, другого пути не было, что ли, на этот балкон? Что вообще происходит? Что-то бредятина какая-то, подожди. Да подожди ты, господи. Так, это самое... А как? Ага, что, понимаю? А что, другого пути нет, что ли? Вообще никак? Ну, должен же быть. Наверное. Ну, хотя нет, показывает-то туда. Слушай, а как? Тогда. Вот просто как? Она же не умеет так делать. Я, конечно, могу попробовать пробежать. Но, блин, ну вот это вот происходит. Ну, это задачка, конечно. Да слышь. Вот зачем ты это делаешь? Так, ну, я не знаю. Вы знаете, есть место здесь, в игре, где вот совершенно просто непонятно, как взять сумку. Ну вот вообще непонятно. И это далеко не так, кстати, сумка. Хотя, если вспоминать ту сумку настройки, вот ее я тоже не понимаю, как брать. Вроде технически понимаю, но на практике вообще не получается. А вот там вот прям вообще не взять. Ну вот прёсти не получается. И вот что-то как-то вот тут мне забраться тоже не выходит. Как это сделать-то, слушай? А, простите. Я что-то ослепла вообще напрочь. Что-то я вообще дебилок. Ой, здравствуйте. Ну, бывает. После финальной миссии, понимаете, сразу вот к побочным зданиям перейти. Второй жучок поставлен. Куда теперь? В его офис. Я отправила координаты. Спасибо большое, что помогаешь. Ну, ты же мне заплатишь за это, правда? Почему бы и нет? Так, подожди. Не надо сканировать мои отпечатки. То, господи, черт, запалила, черт, не успела. Ай, жопа какая. Ладно, они уже ломятся, я уже слышу, как они дверь ломают. Я подозреваемая! Не надо оскорблять меня. Секрет реагирует, блин. Какого хрена? Почему я еще в розыске? Фейк, в офисе Брайсона работает мощная охранная система. Жучок невысекаемый, так продавец сказал. Жучок может быть, а вот Фейк нет. Фейк, сразу говорю, ты там будешь не одна. Логично, кстати. Так. Ну? Вау. Объявлена тревога. Тебе надо оттуда уходить. Эй, вот так не надо делать. Надеюсь, ты получишь, что надо, Беатрикс. Обязательно. Спасибо еще раз, Фейт. А я рядом с домом, мне норм. Как удобно, слушай, даже бегать не надо особо. Залез сюда и все.
Уи! И я дома. Я же дома? Я же дома. А ты видела Калиба? Аишу? Они ведь ушли, да? Я даже не знаю, как они выглядят. Про них уже несколько раз в ходе игры говорили, а я даже не знаю, кто это. Вообще, что за бегущие такие? Как они выглядят? Кто они? Чё они вообще? Так, у нас второе задание. Интересно, после них еще будут? Прям интересненько. Давай вот сюда. Как-то неудобно все-таки на жучки на некоторые. На жучки, господи, на метки на некоторые наводиться. Забавно. Забавно, что дают побочки. Почему? Вот, знаете, обидно, что их не воткнули в обычную сюжетную линию. То есть по пути, как вот забеги есть, ты их выполняешь, как бы забивая на основные какие-то события, у тебя там есть дела, но ты бегаешь, да? А вот эти вот сюжетные, казалось бы, задания воткнуть, ну почему нет? Может быть, их не воткнули специально, знаете, чтобы... Потому что они с сюжетом вообще никак не связаны. Ну, не знаю, мне кажется, можно было бы, знаете, сделать набор таких заданий... И какой-нибудь другой меткой их обозначить. Знаете, или что-то вроде того. Почему нет? Так, я могу выйти отсюда. Вот так могу. Так. У меня же отмечена штучка-то моя. Нет, не отмечена. А почему? Вот, видите, кстати, после прохождения эти желтенькие теперь отображаются, потому что у меня навык соответствующий есть. Ой, я их соберу. Сейчас, кстати, по пути как раз одну возьмем. Если я не сдохну по пути. Хотя мне это не помешает. Умру, но возьму. Я, кстати, надеюсь, что побочные задания не ограничатся только вот этими двумя. Может быть, они действительно пачку вот этих побочек сделали как раз-таки на пробеге после основной сюжетки. Было бы неплохо. Смотри, как интересно. Слушай, если я теперь могу тут проползти, может, тут еще что-нибудь есть? Бегущая! Подойди-ка! Чуть-чуть. Дерево жизни. Хрупкая посылка, нет. Прости, конечно, но нет. Если вы слышите... Вам не кажется. Будем считать, что это в игре. Почему нет? Очень атмосферно. Очень подходит. Стоп, мне показалось, я слышала солдатиков. Нет, не понравилось. Я, честно говоря, вот серьезно, вспоминаю, где я тут бегала, я просто не могу представить, куда здесь заныкали еще аудиожурналов, какие вообще дырки. Вот тут мы, помните, находили? Потому что реально, я когда для себя бегала... Ну, как сказать, помогите пластик расширить доступ к метасети. Подключитесь ко всем точкам данных, пока Брандмауэр не отключит систему. Спасибо, Кума будет счастлив. Я буду сейчас вообще в шоке, потому что видишь, что происходит тут. Так, вроде взять-то взяла. Я отслеживаю, продолжай. А где счеты, я не понимаю. Ёперный театр, еще там. Отслеживает она. Мне бы понять вообще, как их... О, нет, слушай, я не достану. Ой, что-то надо хитро делать. Ну, так-то, конечно, понятно. Ой, слушай, я не долетаю. Так, минутку. Смотрите. Сперва мы берем вот эту. Отталкиваемся, берем. Потом бежим по стеночке. Скорее всего, сразу возьмем вот те три, когда будем лететь, если у меня получится сделать это грамотно. Потом упадем, оттолкнемся от стенки, возьмем вот ту, побежим и туда уже. Ну, блин, еще это сделать нужно. Просто оно сперва так шло, и я как-то сразу брала, и мне почему-то показалось, что она не дает мне времени осмотреться. Так, ладно, давай. Блин, ну вот это отстой, конечно, очень сложно. Скажу я вам. Вот прям, вот она, просто у нее не получается вот прям оттолкнуться. Нужно хотя бы это здесь попрактиковать, что ли. Так, подожди. Ну давай, ладно. Раз, два, три, есть! Взяла, есть, взяла. Зашибись. Еще там, что ли? Нет, оказалось.
Нет, вот, ну вот зачем? Ну все, звездец. Ну так хорошо получалось, ну прям так замечательно все было. Ну, ну что вот, ну почему, ну за что? Есть. Взяла, давай. Воу! Не понимаю, где. А, нет, нет, не смей, не смей, не смей, Фейт. Еще где-то, господи, где? Где? А где? Слышь? А, это, подожди, я... А где еще-то были? Так, спасибо. Ладно. Давайте все-таки посмотрим, где там еще может быть штучка. Последняя. Потому что вот эту я беру, как бы, все. Вот беру я ее. Может, тут где-то замыкана еще одна? Тут ничего нет. Может, еще где-то тут вообще? Да нет, она должна была быть последней. Первая пошла? А! Ну-ка, подожди. А, вот она, одна-то еще. Я ее не заметила, прикинь. Слона-то мы не... Я-то думаю, что не так. Я-то думаю, а тут смотри, как хитро припрятали. Ее вообще не видно. О, какие твари хитрожопые. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, не получилось, черт. Теперь понятно, почему так как будто бы много времени дают, а на самом деле ни хрена. Дают как раз как надо. Я отслеживаю. Продолжай. Да-да-да. Давай быстрее, господи, Фейт. Вот, давай, вот только не умри, пожалуйста. Вот и все, вот, и все, вот именно. Теперь посмотрим. Да, спасибо, Фейт. Угу. Вот. Главная проблема, честно говоря, вот тут вот была. Вот тут я не видела набор бегущего знания. Что это за призы такие? Ну, я вырежу пару неудачных попыток. И этот шум. Ох, этот прекрасный шум утренних машин. Этих мусоровозок или что это такое. Так, подожди сканировать отпечатки. Ты видишь, у меня желтая штучка. Ну, да идите вы задницу с своими сканированиями. Вот число. Вот сейчас вот сюда куда-нибудь примощусь. Давайте осмотримся. У нас есть еще что-нибудь побочное? Так, посмотришь, вроде нет. Может быть, неужели только два задания было? Серьезно? Как-то странно немножко. Спрашивается, нахрена они? Может быть, их нужно было выполнять все-таки действительно в процессе игры? Потому что сейчас вот эта вот помощь пластику, она как-то, ну зачем? Ну что от нее будет мне лично? Немножко непонятно. Но, с другой стороны, это тюпа челлендж, почему нет? Такая бонусная серия у нас получилась. Ну, почему нет? Надо показать им, что они зависят от нас так же, как мы от них. Только да что не знаем, как. Ну, действительно. Вот сперва придумай, а потом говори. Так, ну, в общем-то, да, пока что не. Может быть, еще что-нибудь появится. Если появится, то, естественно, я вам покажу, почему нет. Кому будет интересно, тот посмотрит, кому нет, тот не посмотрит, соответственно. В общем, вот такое вот побочное серьё вышло у нас. В принципе, ничего особенного, хотя задание про чипы, ну, типичное задание Мерседжа, но посмотреть на него было интересно, тем более, что пластик там постоянно что-то болтало опять в своем репертуаре. Надеюсь, что вам понравилось, в общем. С журналами я еще постараюсь разобраться. Я, конечно, не буду тут сидеть, задрачиваться, прям искать их. Если, ну, чувствую, что что-то как-то они не находятся, то, естественно, не буду, наверное, прям вот так очень плотно их разыскивать. С другой стороны, зная себя, я наверняка тут буду еще наяривать и, может быть, что-нибудь по пути найду. В любом случае, потом, когда я найду столько, сколько смогу, я вам обязательно сделаю серию про аудиожурнальчики, как и обещала, так что не переживайте. Тем более, что мы, в принципе, их слушали уже. Но мы их слушали так в разнобой. Я думаю,
не помешает их полностью, знаете, послушать еще полноценно. В любом случае, надеюсь, что эта серия бонусная вам понравилась. Если так, обязательно ставьте палец вверх. И, в общем-то, до встречи, я надеюсь, в серии про аудиожурналы. Где я найду их все. Ну, это вряд ли, конечно. Но надежда умирает, как говорится, последней. А пока что ритуал. Ритуал ползания по грязи в белых штанах. Почему бы и нет? Смотри, как классно. В общем, ребятки, большое вам спасибо. Всем удачи и до встречи. Пока-пока.